Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Dear Space, и это у нас такая игра, как Dark Souls 3, и вот я ни с того ни с сего решил ее поснимать. Что-то я почитал по нее, посмотрел некоторые видео, и мне понравилась сама идея магии в этой игре, то есть магия здесь сделана абсолютно по-другому, не как во второй и в первой части, и это круто, поэтому я хочу попробовать. Будет у нас прохождение, получается, не знаю сколько серий, насколько мне хватит, но постараюсь пройти полностью. Все будет зависеть от моего времени, сейчас вообще 3 часа ночи, и у меня вот выходной, и я сел что-то, ну, решил позаписывать. Ну давайте, начнем, пожалуй, новую игру. Поехали. Yes, indeed. И в самом деле. It is called замок, что зовется Лотриком. Where the transitory там, где сходятся земли, повелители пепла. Покоряя север. Пилигримы убеждаются в том, что старые сказания не лгут. Огонь затухает. И повелители покидают свои троны. Когда звонит колокол, повелители пепла поднимаются из своих могил. Олдрик, святой покровитель глубин. Легион нежити Ферранс, хранители бездны. И мрачно повелитель из оскверненной столицы. Йорн, the giant. Но в действительности повелители оставят свои троны. И не горящие восстанут. Безымянная, проклятая нежить, недостойная стать пеплом. И стало так. Не горящий всегда ищут угли. Так, ну вот, дорогие друзья, заставочка прошла, и мы сейчас с вами будем создавать персонажа. Я бы хотел поиграть за мага, точнее за пироманта, будем делать мы пироманта, необычного мага, и, наверное, за него и начнем. Имя давайте введем наше стандартное. По мужской возраст подойдет, класс у нас будет пиромант. Начнем мы с пироманта. Погребальный дар у нас... Давайте-ка, чё это я тороплюсь-то? Давайте посмотрим класса. В принципе, все стандартно, как и в предыдущих частях. Класс рыцарь. Изначально он, видите, у него есть броня, щит и меч. Также у нас есть класс наемник. У него есть
Ну-ка. А чего у наемника есть? Наемник ветеран боевой ловкость позволяет ему мастерски орудовать. Господи, не то жму. Наемник. У него есть парные скимитары, да. Парные мечи у него есть. Ну, ладно, мы не будем за наемника играть. А воин. Ну, воин это что-то среднее. Видите, он с топором, со щитом. Как бы и все, в принципе. Глашатай. Это у нас копье вроде. Да, это копье и щиты. И у него, если не ошибаюсь, он еще умеет чудеса использовать, да. Типа паладина. Но это на самом деле ни на что не влияет. Вы можете стать абсолютно кем угодно. Это просто изначальный набор характеристик. Вот и все. Также у нас есть вор. У него изначально кинжал, лук и тоже щит. Это у нас убийца. То есть у него тоже чары и колющее оружие изначально. Чародей у нас имеет изначально магию. Несколько заклинаний. То есть такой вот маг. Пиромант имеет изначально топор, кольцо и щит и несколько заклинаний и также огонь. То есть огонь в руку, чтобы использовать заклинание пироманта. Клирик у нас имеет булаву, щит, колокол, чтобы использовать заклинание клирика и все в принципе. И несколько скиллов. Нищий. Нищий это бомж, зато с усредненными характеристиками. То есть, ну, один из самых сложных вариантов для новичка. Так что, если вы новичок, выбирайте либо рыцаря, либо воина. Так будет легче начинать именно игру. Но я выберу пироманта, потому что хочу. Вот и все. Погребальный дар. Погребальный дар это начальная какая-то артефакт, можно так сказать, который вам дадут. Я думал взять... Огненный самоцвет, неприкаянная душа, ржавая золотая монета, решетка красного ока, молодая белая вид. Давайте возьмем огненный самоцвет. Я не знаю, что это такое, ну да ладно, макеты лица. Давайте возьмем стандартное. Телосложение будет, давайте, пофиг, пусть будет стройное. Внешность мы ему сейчас... Ну это на самом деле не так важно, потому что это особо не... Ни на что не повлияет. Так что какая разница, господи. Вот только голос хочу посмотреть. Показать ты мне его не можешь? Нет, нет. Ну и ладно, ну и пошел нахрен. Так, не знаю, может как-то и может, но, блин. Тут нету управления для клава. Я играю все-таки с клавой, поэтому... в принципе, в управлении я разобрался, но может какая-то есть кнопка, которая... поможет мне показать этот голос. Ну да ладно. Детали лица. Волосы, да, хотел волосы поменять. Прическу, да. Какую-нибудь более мне нравящуюся. Черт. Видели это, да? Давайте будем бегать с двумя косичками. Это будет забавно. Ладно, нет, это будет полный бред, поэтому мы такого делать не будем. Мы сейчас возьмем что-нибудь типа... даже не знаю, они все какие-то странные. Давайте возьмем просто... Тут я видел... У него коса-то, наверное, сзади. Ну и срать. Цвет волос. Давайте сделаем ему... Мы же пиромант. Ни хрена особо ничего не изменилось. Борода у нас будет, как вы думаете? Да, давайте. Брутальный стал сразу. С бородкой-то. Давайте вот такую возьмем. Цвет бороды тоже такой же будет. Ресницы, цвет ресниц. Так, все, окей. Зрачки. Так, зрачки. Что такое зрачки? Типа можно выбрать зрачки. Мы же темный маг. Темный маг смерти. Ну-ка, цвет зрачков. Будет забавно. Так, ничего не видно, правда. Татуировка.
Татуировка либо родинка. О, это тоже забавно. Надо будет взять чем-то такое. Давайте подберем какую-нибудь крутую татуировку. Ее можно как-нибудь располагать? Нет? Давайте возьмем дракошку. Цвет татуировки будет у нас красный. О, вот изменить можно. Мы же все-таки гребаный огненный маг, а не обычный. Куда она уехала? Давайте другую возьмем, потому что эту нормально настроить не смогу, чтобы это красиво выглядело. Давайте возьмем какую-нибудь. Давайте вот посмотрим. Цвет слишком я яркий взял. Давайте такое будет. И сейчас мы ее ниже опустим и оставим у него на глазу вот так вот. Все сойдет. Все. Крутой у нас персонаж получился. Все. Сохраняем его в избранное. И все, продолжаем играть. Ну все, дорогие друзья, пойдемте в игру. За нашего пироманта. Так. Я немножко тут пробежался уже по первой локации. Опять посмотрим сейчас ролик. С настройкой звука в роликах тут, конечно, все очень печально. Очень. Я не могу уменьшить звук в ролике, потому что он полностью печален. Интересно, кто это вылезает? Это я, что ли, такой красавчик? Да, судя по шмоткам, это я восстал из пепла. Как Феникс. Как его там звали-то, я забыл. Как звали Феникса в Гарри Поттере? Вот я прям как он. Только у меня нет друга-старика. Так, давайте-ка сразу возьмем правую руку огонек. Да, сенсу вроде настроил, вроде более-менее. Графон-то, конечно, получше, чем во второй части, но я бы не сказал, что сильно отличается. Но да, графончик получше будет. Считаю, что в данный момент у меня стоит максимальные настройки, которые, я думаю, чуть-чуть снизить, чтобы при записи ничего не лагало. Играю я в локальном режиме, то есть без... Да, однозначно надо снизить. Без всяких вторжений и так далее. Давайте просто высокие поставим. Без всяких вторжений, без подсказок, без пятен крови, то есть без ничего. Локальный режим, полная автономия, просто прохождение игры. Для меня это лучше, потому что, ну, не знаю, мне так кажется. Давайте наш первый враг. Попробуем в него запульнем фаерболом. Хорошо, сгорел, хорошо. Угасшую душу подобрали. Давайте-ка пойдем сначала сюда. Эти послания, как я понял, это подсказки от игры, поэтому читать я их особого смысла не вижу. Тут у нас что-то валяется, тоже подберем, давайте. Душа еще одна. Проходим, за магов мне лучше получается играть, поэтому надеюсь проблем не будет. Будем стараться проходить качественно, без тупизны, как я обычно делаю, поэтому... Ой, я просто и забыл, что там лежит. Это я зря. Спутал кнопку, прошу прощения. Еще толком не разобрался в управлении. Спутал место атаки обычной. Огненный шар скастовал, а это неправильно, потому что... О, пепельная фляга с эстусом, это как раз то, о чем я говорил. То есть, здесь вы спускаете скиллы не за заряды, как в предыдущей части, а за ману. Поэтому в этом плане все должно быть гораздо веселее.
То есть магия тут более юзабельна, чем в предыдущих частях. Так. Черт, забыл, что там лучник. Хотя я его в прошлый раз видел. Сейчас мы его шлепаем, я думаю. Так, аккуратно. Как понял, мы на каком-то кладбище, где мы возродились. Промазал меня. Как это ни странно, но он промазал. Давайте сходим туда, посмотрим, что у нас там. Потом вернемся сюда. Что мне нравится в Dark Souls, это, конечно, локации достаточно поворачивать и назад. Черт. Нет, не повернем. Мне даже интересно. Аккуратно. Типа такой, я не знаю, что это значит. Это может быть значит то, что нам сейчас напедалит. О, господи, там босс какой-то. Тут там можно пройти? Еще попробуем его? Да мы не убьем его с моей рукожопостью. Хотя... Хочу взять, вон, видите, там что-то валяется. Валим, 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 валим. Явно цель не для нас. Черт. Ты что, погонишься за нами до самого конца, что ли? Да ладно, ты издеваешься, дружище. Ты мне тут не нужен. Господи. Ты смотрите, он там все громит. Я что, его забаговал? Забавно, забавно. Ладно, нет. Это явно не вариант, дорогие друзья, поэтому не хочу с ним сражаться. Давайте, может, он отстанет, если мы подальше убежим. Это вполне возможно, поэтому надо свалить, потому что нет. Рановато нам тягаться с этим засранцем. Мне так кажется. Давайте-ка ману установим. Потом вернемся, конечно же, убьем его, потому что, видите, я в него огненным шаром попал, а по нему там вообще копейки урона нанеслись, и это вообще не вариант. Давайте пойдем прямо тогда. Давайте сначала сюда поднимемся, он, наверное, ушел, да? Ушел. Ну ладно. Парирование мы потом потестим. Потому что я, если честно, не помню, как парирование делается, потому что не посмотрел это в клавишах на клаве. Ну ладно, посмотрю, пока мне это не надо. Вон там стоит аккуратненько. Давайте вот здесь букву обойдем. Что там было написано? Сменить оружие, это понятно, это я знаю. В принципе, это все, я уже на клаве его нашел. Вау, какой вид, дорогие друзья, вы цените это, да? Смотрите, это что, серьезно?
Здесь такой замок. Охренеть. Просто, блин, Dark Souls, конечно, со своими видами, он просто великолепен. Бывает, офигею от вот этого всего просто. Ну, посмотрите. Ладно, давайте-ка пойдем тут аккуратно, идем. Сейчас тут наверняка... О, костер. Наш первый костер, дорогие друзья. Давайте-ка разожжем его. Давайте отдохнем и... Оставим. Восстановили фляжки. Это я знаю. Так, нам спрыгивать не надо, наверное, а вот этого. Засранца мы убьем. Так, этих тоже всех поубивали. Они пока слабенькие, потому что начальная эта локация все-таки. Слышу, слышу. Так, все. Ёпарасоте, сколько же вас тут. Слава богу, у нас есть наши огненные шары. Так, тут у нас что-нибудь есть. Интересно, сейчас посмотрим. Так. Блин. Не особо-то тут интересно. Мразь. Поранила меня. Огненная бомба, это хорошо. Давайте-ка мы, знаете, что сразу сделаем? Поставим сюда огненную бомбу. Венец белого пути, связь с другими мирами. Ну, так как у нас офлайн режим, других миров нам не светит. Может быть, в будущем мы поюзаем PvP режим и так далее, но пока нет. Пока я хочу все в соло делать, поэтому никаких PvP режимов не будет. Так, пойдемте через верх пройдем. Тем более мы тут не забрали труп. О, мне кажется, надо сделать вот так. Черт. Ну, блин. Какаха. Не допрыгнул я. Ну, бывает, ладно. Потом вернемся, поднимемся. День больше нет со спины их. И то я знаю. Давайте вернемся, попробуем собрать тут лут с гробницы. Сейчас я фляжку выпью, восстановлюсь. Да пошел в жопу, короче. Косячное управление. Тут и рывок, и прыжок на пробел. То есть вы сами понимаете. Надо, короче, я, может быть, в следующих сериях джойстик подключу, буду с джойстиком играть, потому что так не вариант. Мне кажется, это наш первый босс, поэтому я даже не знаю, что делать. Давайте-ка восстановим ману. И не знаю, пробуем. Что-то мне подсказывает, что это именно босс начальный. Пробуем вытащить меч. Ну окей. Что-то произойдет сейчас, да? Понятно все. Смотрим сначала на его тактику, потом действуем. Так, удар.
удар. Понятно. Что ты еще умеешь? Прыжок. Так, у него удар сбоку, удар сверху, прыжок и удар с разбега. Так, удар с размаху надо знать. Так. Аккуратно. Происходит что-то нехорошее. Он проапгрейдился, что за мразь. Так, вся тактика поломана. Блин, не могу пока разобраться. Он что-то разные действия творит. Этого вообще не было еще ни разу. Ну, короче, походу рановато я сюда полез. Что делаешь, что делаешь? Что делаю? Все, короче, сейчас он меня ушлепает. Один удар, и мне каюк, и мне мана заканчивается. Черт, блин, косяк. Просто ему хп на один удар оставалось. Ладно, дорогие друзья, еще раз, это Dark Souls, тут без этого никак. Так что неудивительно, что он меня убил. Были бы полные эликсиры, убили бы его. Сейчас попробуем. Так, не тратим сейчас ману на этих мобов. Блин, косяк. Не тратим ману, называется. Попробуем, кстати. И судьба. Так, я знаю, что ты выстрелишь. Так, идем. Пока не будем юзать фляжки. Погнали. Так, давай, давай, делай свой удар. Вот это и зря. Надо было уходить, а я не ушел. Да беги, 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 беги. Ну все, короче. Вообще
фейл. Просто фейл. Опыт еще срал. Вот говно. Ненавижу Dark Souls за такие моменты. Поторопился и сдох. Вот что это называется. Потому что не надо было фигачить в него огненными шарами, когда он превращался. Ну ладно. Пробуем еще раз. Тем более опыт мы все равно уже потеряли. Торопимся. Задел. Так, надо сейчас он сделает свой ход, а я отхилюсь. Сейчас надо попробовать пережить его удар и один элик оставить на руку, потому что если у меня там не будет элика, я точно сольюсь. Что за херня? У него вообще дальность бешеная. Не уберутся от его атак. Так. Еще разок, что поделать? Я не могу понять его вот это второе превращение. Он какую-то херню начинает творить. У него очень большая дальность от ударов, и я не понимаю, как от них уворачиваться. Вот серьезно. Я просто, может, рукожоп такой. Вполне возможно, но... Все-таки, блин. Все-таки, не настолько, я думаю. Погнали. Пробуем не покоцаться от него. Задел, хер поймешь. Ну, сейчас будет капец. Так, еще один удар, и он начнет меня ухерачивать. Превращаться, точнее.
так, нет. Только не это. Что ты собираешься делать? Ну, блядь. Мразь. Прошу прощения. Бывает. За мой французский. Вы же понимаете, что я потом возьму и вырежу момент с боссом, потому что я 5 раз уже его прохожу. Аллилуйя! Осколок титанита, охренеть. Жопа боль это называется. Жопа огненный шар, блин. Маленький ублюдок. Мечик у него украли, мечик. Секиры свои махает. Бедненький. Бегать-то не умеет, видите, только прыгает доходит. Мудак. Ловить ее по яйкам. Умри, мразь! Ты понимаешь, что ты повержен. Ты просто повержен. Все. Дорогие друзья, мы победили. И мы восстановили себе уголь. Что бы это ни было. Но оно восстановлено. Подскажите, кстати, в комментариях, что такое уголь. Еще раз прошу прощения, что я матюгнулся. Я обычно не матюгаюсь во время видосов, но, блин, тут уж бомбануло. Это Dark Souls. Это хардкор. Так, давайте-ка отдохнем у костра. И пойдем уже внутрь. А внутрь мы с вами, дорогие друзья, пойдем уже в следующей серии. Не забывайте подписываться на канал, ставить ваши лайки. Хотите ли вы дальше видеть на канале Dark Souls, напишите это в комментах. Игруха вроде прикольная. И, в принципе, на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь. Большие пальчики. И не забудьте также подписаться в группу ВК. Всем удачи. Всем пока.